Всем привет! Вы на канале «Прошу к столу». Сегодня у меня вот такой красивый и шикарный букет. Друзья, давайте приготовим из него три великолепных салата. Редис нарезаю полукольцами и отправляю в миску для салата. Яйца тоже нарезаю полукольцами. Мне нравится, когда в салате продукты порезаны одинаково. Теперь мелко нарезаю зеленый лук и отправляю в салат. Беру творог, у меня 5%. В принципе, жирность можете взять по своему вкусу. Немножко разминаю его ложкой и отправляю в салат. Теперь добавляю по вкусу немного соли, черного перца. И я заправляю салат сметаной. В принципе, можно смешать сметану с майонезом в равных пропорциях. Сделайте так, как вам нравится. Теперь хорошо перемешиваем салат. Перекладываем салат на блюдо и можно подавать к столу. Приготовим второй салат. Такой вы точно еще не пробовали. Репчатый лук нарезаю тонко полукольцами и буду его обжаривать. Добавляю к луку растительное масло, черный молотый перец, немного сахара. Все пропорции, как всегда, я оставлю под видео. Сладкая паприка. И немного чили. Теперь все перемешиваю. И лук буду обжаривать. Лучок поджарился, теперь перекладываю его в миску, чтобы он остыл, и пока порежу редис. Зеленый лук нарезаю мелко и отправляю к салату в миску. Обязательно в салат добавляю зелень. У меня это укроп и петрушка. Также будет вкусно добавить кинзу. Добавляю еще в салат чесночок. Получится такой ядреный чили-перчик, чесночок. Замечательно для тех, кто любит остренькое. Немножко, вот буквально чайная ложечка винного уксуса, у меня тут 6%, и чайную ложечку соевого соуса. Перемешиваем салат и можно кушать. Салат перекладываем на блюдо и можно звать всех за стол. Ну а мы переходим к третьему салату. Для начала приготовлю соус. В равных пропорциях смешиваю сметану и майонез. Добавляю соль и перец, и соус готов. На крупной терке натираю яйца. Беру форму для салата и первым слоем выкладываю яйца и покрываю немного соусом. Редис нарезаю тонкой соломкой и выкладываю следующий слой салата и покрываю соусом. Следующий слой в салате будет сыр. Натираю его на крупной терке и покрываю тоже соусом. Сверху салат украшаю зеленым луком. Ну что, друзья, все три салата готовы. Давайте скорее пробовать, что получилось. Первый салат у нас был редис с творогом. Вот так. Очень вкусно. Он такой, знаете, очень нежный и сытный. Получается, в принципе, подходит как самостоятельное блюдо. Я бы сказала, можно на завтрак, обед и ужин. Очень вкусно, рекомендую. Второй салат у нас был с жареным луком, чили, чесночок. Вот так. Супер. Идеально подходит к шашлычку, к грилю, в общем, к мясу, к рыбке. Просто супер. Обязательно приготовьте такой салат. Очень-очень вкусно. Еще один салат. Слоеный мы сегодня делали. Вы знаете, я вот даже не могу выбрать, потому что, честно, мне нравятся все три салата. Я очень люблю редис. Конечно, понимаю, что это дело вкуса.
Но продукты совершенно простые. Мы их используем, в принципе, каждый день. Можно вот так легко и просто их совместить, и получатся великолепные салаты. Если вы еще не подписались на наш канал, обязательно подписывайтесь. Прошу к столу и приятного вам аппетита!